Наталья представляет свои картины на вернисаже в Одинцовской библиотеке номер 1. Она работает главным бухгалтером, но творчество неразрывно связано с ее жизнью. Рисование уже давно стало главным увлечением, на которое вдохновляет семья и окружающий мир. Да, это моя долгожданная выставка. Картины здесь собраны в течение всей, наверное, моей такой сознательной жизни. Хочу сказать, что обучаюсь я сама. У меня нет художественного образования, но я всю жизнь совершенствуюсь. Наталья создает картины в технике батик и пишет маслом. Некоторым ее творениям уже более 25 лет. В будущем на своих полотнах хочет изобразить море или океан. Другая часть выставки – итоговые работы учеников, которые занимаются в арт-студии и библиотеке. Здесь каждый смог прикоснуться к искусству, и любители, и те, кто впервые в жизни взял в руки кисть. То есть я горжусь своими учениками. Это очень интересный процесс – наблюдать, как росло наше дело и во что это все обернулось вот такой красивой выставкой. Для Виктории рисование – своеобразная арт-терапия. Всего несколько занятий, полет фантазии, и уже получились первые картины, которые она смогла представить на выставке. Потому что, когда ты рисуешь, выделяются определенные гормоны счастья у нас, а гормоны стресса, они снижаются. Тебя захватывает этот процесс, и ты невероятно получаешь такую энергетику творческую. Увидеть картины и прикоснуться к прекрасному успеет каждый. В первой библиотеке выставка будет работать целый месяц. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».